Не покупайте, пожалуйста, соль «Славянка» производства Казахстан. Она смешана с мелким стеклом. Мне прислали сначала видео с этой солью, с этим изображением. Я не поверила. Сегодня проверила сама. Размешала чайную ложечку соли в воде. В WhatsApp переслали друг другу предупреждение о казахстанской соли славяночка, якобы со стеклом. Давайте проверим. Вот. Производство Казахстан. Все, пакет запакованный. Новый. Сейчас вскроем, проверим. Берем стакан с водой, вскрываем нашу славяночку. Вот стакан, ничего в нем нет, резкость навожу. Насыпаю соль. Лью воду. Пытаемся растворить. Многовато я сыпанул. Отливаем немножко. Пока на дне соль. Сейчас чуть-чуть отложу ее немножечко в стакан. Секунду. Ну, видите, не растворилась до конца, она есть кристаллики, но это соль, как я понимаю. Сейчас еще чуть-чуть отолью. Вот они, кристаллики. Я не уверен, что это стекло. Я сыпанул. Сейчас для чистоты эксперимента подогрею воду. До конца и правда не растворяется, но
может предел насыщения уже не растворимо дальше. Сейчас горячей водичкой налью. Если стекло, то точно не растворится в кипятке. Ждем-с. Стекло вряд ли. Сейчас, мне кажется, это развод. Сейчас кипяточку залью, если не растворится, значит стекло точно. Ждем, сейчас чайник закипит. Белые разводы на отсутствие. Все, чайничек закипел, отливаем немножко водички. Вот на дне остается, видите, что остаток. И заливаем кипяточком. Удивительно, ну, что-то на дне есть. Слейте капком залезть. Вот видите, что-то осталось, какие-то кристаллики.
Не уверен, что это стекло. Да, кстати, вода вообще не соленая на вкус. То есть это явно не соль. Сейчас сольем, попробуем. Вот на дне вот такой вот осадок. Вот и осадок получился на дне. Вот. Вот. Что это такое? Сказать не могу, но точно не соль. На вкус абсолютно не соленая. Не знаю, стекло или это какое-то другое включение. Так что делайте вывод сами.